Слава Иисусу Христу! Приветствую всех из Киева снова, из Пака Киота, вечерняя молитва. И сегодня благословляю Киев, благословляю Украину, молюсь, прогуливаюсь молитвенно в этом парке Киота, от станции Черниговска до Лесова, до Лесной. Слава Богу! И вот хочу поделиться таким вот переживанием. Знаете, вот говорят параллельные миры, да, вот как бы иное измерение, разные термины, но действительно вот мы художники, я художник, я не только священнослужитель, я еще и художник, вот, и художники, наверное, еще отличаемся тем, вот такая категория граждан, художники, да, отличаемся тем, что учимся, да, и видим немного больше, чем остальные люди, остальные граждане. Или как бы бывает, что немного в ином свете даже, как бы, под иным углом. Это, знаете ли, это удивительное переживание, вот то, что художник называет импрессию, да, впечатление, вот это вот. Это как действительно, как вот эти иные измерения, иные миры. Влюбленные люди, независимо от их, там, не знаю, положения, статуса. Влюбленный человек, если он по-настоящему влюбился, да, влюбит, переживает любовь, то есть он о другом человеке думает лучше, чем о себе, вот это свойство настоящей любви, да, то тогда действительно он, ну, просто начинает видеть больше и лучше, чем до того. И это действительно это состояние вот это вот любви, состояние вот этого божественного измерения. То есть человек прикасается, независимо даже если он атеист, он прикасается к этому. И это прекрасно. Это восхитительно, и действительно, на самом деле, когда верующий человек, допустим, в молитве, да, он начинает видеть больше, лучше, и признак здоровой духовности, да, настоящей, не подделки дьявола, как в православии мы называем это прелестью состояния, да, прелеститься, привлечение, вот, или обольщение дьявольского, там, такого какого-то сатанинского, вот, признак настоящей духовности – это любовь к себе, к Богу, к окружающему миру. Любовь. В этом Бог. Действительно, Бог есть любовь. Любовь есть Бог. Действительно. Это восхитительно, удивительно. И, соответственно, признак ложной духовности, да, это как раз вот не любовь к себе, не любовь к Богу, не любовь к окружающему миру. Вот, людям, ко всему, к этому миру, растительному, животному. Это признак ложной духовности, как раз прелести. Вот. И, дамы и господа, вот уже 3 месяца я не прогуливался здесь, в этом парке Киото. И вот сейчас вот прогуливаюсь, вспоминаю вот эти моменты прикосновения Духа Святого, моменты вот такого особенного посещения. Хотя, казалось бы, оно везде. Человек может переживать это, и переживает верующий везде. Но почему-то иногда мы, верующие, переживаем как-то особенно как-то Бога. Какие-то места есть, где мы особенно переживаем Бога. Это связано как раз вот, вот с этим соприкосновением к вот этим иным мирам, да, божественным мирам, иному измерению, божественному измерению. Прекрасно. Слава Богу. И вот на этой вечерней молитве сейчас прошу Господа, спасибо, просто благодарю Его, за, во-первых, просто благодарю, да и вообще, просто благодарю за все, за все. Благодарю Господа Всемогущего, моего любящего Отца, Папочку, да святится имя Его, да придет Царство Его, да будет воля Его. Слава Тебе, Господь, как на земле, на небе, так и на земле. Спасибо, Господь, за хлеб наш насущный. Спасибо Тебе, Господь, что прощаем, прощены, имеем силу прощать, потому что Ты простил нас. Спасибо. Спасибо, Господь, за благодать Нового Завета, за благодать Духа Святаго, за благодать жизни вечной, бесконечной, счастливой, пресчастливой, потому что Ты добрый, самый добрый, наидобрейший, благой, всемогущий Бог. И никто не благ, как Ты, Господь, Бог всемогущий.
Потому что если мы, земные отцы, можем даяния благие давать детям нашим, тем более ты, Отец Небесный, даешь Духа Святого просящему тебя, даешь благо все просящему тебя. По сравнению с тобой, Господь, любой, даже самый наидобрейший добряк, Отец, он злой, потому что ты действительно благ, Господь. О, благий, по всяк час, о, хороший, всегда, всегда. Спасибо тебе, Господь. That is good all the time. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Благословляю вас, братья и сестрички, дочечки и сыночки Небесного Папочки. Благословляю всех вас любовью Господа Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу! Из города Киева, с вечерней молитвы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам! Привет с нашей Киевской архиепископии! Благословляю всех вас, благословляю Японию, Киото, столицу, ну, культурную столицу Японии, город Киото, который, побратим, является столицей Украины, Киева. Вот, и этот парк Киото посвящен как раз этому городу, побратиму. Благослови Господь Японию, все острова японские, благослови Господь народ японский своим духовным пробуждением. Пусть множество прекрасного принесет этот народ этому миру, человечеству. Спасибо тебе, Господь, за все. Во имя Христа. Аминь. Аллилуйя.